Простой рецепт вкусного и полезного блюда из булгура. Булгур – это пшеничная крупа, обработанная кипятком, дробленная и высушенная на солнце. После такой подготовки крупа приобретает интересный вкус. Блюдо получается питательным и полезным. Пряности можно добавить по своему вкусу. Используйте мяту или листочки мелиссы, у которой вкус нежнее. Если блюдо приготовить на растительном масле, а не на сливочном, оно будет постным. Досмотрев видео до конца, вы узнаете, чего и сколько вам потребуется. Подготовим ингредиенты. Булгур заливаем водой, добавляем соль и варим 15 минут на малом огне под крышкой. На сливочном масле пассируем зеленый лук пару минут. Курагу и листочки мяты нарезаем тонкими полосками и добавляем к зеленому луку. Подписавшимся, больше вкусностей. Булгур готов, добавляем к нему пряные травы. Перекладываем булгур в сковороду, добавляем корицу и черный перец. Добавляем готовую фасоль, можно использовать консервированную или предварительно отваренную. Готовим все вместе еще минут 5 под крышкой на малом огне. Булгур с фасолью готов, подаем горячим, пробуйте на здоровье. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Необходимые ингредиенты. Булгур 1 стакан, вода 2 стакана, лук зеленый 1 пучок, курага 4-6 штук, масло сливочное 50 грамм или растительное, фасоль консервированная 200-300 грамм, корица 1 щепотка, соль 1 щепотка, перец черный 1 щепотка, прованские травы 1 щепотка, мята по вкусу, количество порций 3-4. Ставим лайк и подписываемся. Ваши отзывы очень важны. Следите за новыми видео на канале, и всем пока!